На встрече рассмотрели проблемы 10 улиц центрального района, которые обследовала комиссия. В зал пригласили руководителей структурных подразделений администрации, ответственных за состояние этих территорий, представителей управляющих компаний ТСЖ, предприятий ЖКХ, глав районов. Цель создания штаба – наладить более эффективную работу ответственных служб, учреждений, предприятий, всех, кто причастен к решению вопросов благоустройства и наведения санитарного порядка. Создан по поручению руководителя города этот штаб, и смею вас заверить, что мы этой работой будем заниматься скрупулезно. Нравится кому-то или не нравится, да, это непрофильная тема для многих здесь присутствующих, но тем не менее, если мы сообща не будем этой работой заниматься, мы город не приведем к единому архитектурному облику и никогда не наведем здесь порядок. Все проблемы на обследованных улицах объединили в одну презентацию. Вопросы будут решаться точечно. Где-то необходимо сделать ремонт ворот, где-то подлатать фасад, где-то снять нелегальную рекламу, прочистить ливневку или просто очистить столбы от объявлений. Ответственные за улицу называли, в какие сроки они готовы устранить замечания. Заседания оперативного штаба будут проходить регулярно по вторникам и четвергам. На каждой встрече будут разбирать проблемы одного из городских районов. И каждая из этих проблем будут возвращаться через 2 недели, сравнивать, как изменилась ситуация. Кстати, аналогичные штабы должны быть сформированы и во внутригородских районах. Администрация города призывает жителей принять активное участие в формировании повестки дня штаба. Для этого создан официальный электронный адрес, куда все желающие могут отправлять фотографии с комментариями по вопросам благоустройства и наведения санитарного порядка. Адрес landsobaka.sochiadm.ru уже заработал. Мы опробировали эту...